Чувашии прошли всероссийские юношеские соревнования по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За звание лучших боролись 20 спортсменов. С каждым годом интерес к этому виду спорта только растет. Прошедший турнир тому доказательство. Это первые всероссийские детско-юношеские соревнования по парабадминтону. Когда начали работать, не было никакого методического материала толком разработано. И за эти 5 лет, можно сказать, мы просто вырабатывали, разрабатывали какой-то методический материал, который приходилось проверять, работает он или нет. И на сегодняшний день могу сказать, что какой-то методика выработана, как от начальной подготовки довести там до мастера спорта. Соревнования среди бадминтонистов проходили в течение 2 дней. В них приняли участие спортсмены из 6 субъектов России – Чувашии, Самарской, Московской, Ульяновской областей, Пермского и Краснодарского края. В составе сборной Чувашии выступили 4 бадминтониста. Чувашская земля, она особенная для парабадминтона, потому что одни из первых спортсменов-парабадминтонистов в свое время начали играть именно здесь. Прошли они на высоком организационном уровне, и это не просто дежурные фразы. Это и условия проведения, и опытный судейский аппарат, и самое главное – неравнодушное отношение всех людей, причастных к его проведению. Ну и особенно надо отметить неповторимый колорит Чувашской республики. Личные достижения и цели на будущее. Для юных участников соревнования завершились. Призеры и победители получили свои медали. А уже завтра на этом же месте соберутся взрослые спортсмены на открытии Кубка России по парабадминтону. Анна Центовская, Литияр Александров, Юрий Марков, Республика.